Санкт-Петербурге подвели итоги 18-го этнофестиваля «Земля Калевалы». За победу в различных номинациях боролись 1000 участников из разных регионов страны. Впервые в этом году к конкурсу присоединились и журналисты. В числе лауреатов и наша коллега-журналист Татьяна Чаплыгина. Ее передача «Территория культуры» заняла 3-е место в конкурсе представителей СМИ «Этновзгляд». С этого года его решили проводить по инициативе регионального отделения Корейского Содружества. В своей программе Татьяна Чаплыгина рассказала о фестивале «Корейская земля», который уже несколько лет подряд проходит в парке «Бастион» в Сартовале. Церемония награждения прошла в Таврическом дворце Северной столицы. Жюри отмечало работы участников в разных направлениях – детское творчество, этнодизайн, фотоискусство, туриндустрия.